ностальгия же не по политическому строю, не по государству, а по людям, по событиям, по истории, по своей юности, по безобразию, которое мы творили. Конечно, есть ностальгия. Я бы хотел как бы поделиться с ней. ВДНХ строилась, создавалась и понималась людьми как символ, как какое-то обещание вот той счастливой, светлой, праздничной жизни, которая будет везде. Надо помнить не только о своем славном прошлом. Надо помнить и то, и обо всем том постыдном, что было позади нас. Если мы не будем помнить и не отрефлексируем это постыдное, то вырастет черно-белый и довольно страшный и опасный человек.